Итак, мой первый день. Я проехал только что 50 километров. Потратил на это все 2 часа 40 минут. Со средней скоростью 19 километров в час. Сейчас уже выехал из Парижа, нахожусь в городе Мант-ла-Жули. Вот она, Сена. То есть 1/4 я сделал, еще осталось 150 километров. Так, ну я сделал все своих 100 километров. Меня дождь застал. Ветер поднялся, ну, приближаюсь к морю. Полпути есть. Преодолел путь за 5 часов 40 минут. Очень тяжело подниматься. Странно, я еду с Парижа, спускаюсь к морю, но подъемы постоянно. Такие затяжные, по 10 километров. Это сложно. Ну, все остальное как бы нормально, но это мои первые 100 километров в моей жизни. Первые, но не последние. Километров 9 часов 40 минут. Ну, подъем был жесткий, много подъемов ближе к морю, много подъемов. Странно, конечно, но легче будет обратно. Скорость 15 километров в час средняя у меня. 3 часа ехал под дождем. Это было что-то. Это испытание для настоящих мужчин. Все, кто хочет попробовать, обязательно. Это стоит попробовать. У меня еще 50 километров, так что я поехал. Итак, все закончилось мое путешествие. Проехал я 197 километров, почти 11 часов ехал, ну это чисто езды, без учетов остановок. Сейчас вот в палатке и буду отдыхать, ну это очень круто. Еще впереди меня ждет 200 километров обратно, ждет еще купание в море и так далее, ну, очень здорово. Все, пока, отбой.